Система бортовой диагностики контролирует все влияющие на токсичность детали системы, но не состав выхлопных газов. Некоторые детали системы проверяются постоянно. Например, перебои в зажигании, система впрыска, сигнал лямбда-зонда или все электрические цепи деталей, влияющих на токсичность. Другие компоненты проверяются только при прохождении ездового цикла, то есть при заданных рабочих условиях или по достижении определенных рабочих точек. К примеру, такому циклическому контролю подвергаются катализатор, система вентиляции топливного бака и рециркуляция выхлопных газов. Данный ездовой цикл не имеет отношения к так называемому новому европейскому ездовому циклу для испытания опытных образцов транспортных средств. При определенных условиях постоянный контроль может быть прерван. Например, при числе оборотов двигателя свыше 3000 оборотов в минуту, при скорости более 120 км в час или при включенных системах безопасности. Только тогда, когда ошибка возникает в двух последовательных ездовых циклах, код ошибки сохраняется в качестве подтвержденного и загорается сигнализатор неисправности. В зависимости от степени тяжести неисправности включаются аварийные программы. Если неисправность больше не возникает, то сигнализатор ОБД гаснет после 3 безошибочных ездовых циклов. После 40 безошибочных ездовых циклов из памяти системы ОБД удаляются также код ошибки. Ввод системы ОБД позволил заменить различные коды ошибок отдельных изготовителей транспортных средств на стандартные. Первая буква обозначает, в какой области возникла ошибка. Неисправности компонентов для уменьшения содержания вредных веществ обозначаются буквой P от слова powertrain. 0 во второй позиции указывает на стандартные, независимые от изготовителя коды. Третья позиция обозначает узел с неисправностью. Последние две цифры указывают на выявленную деталь и вид неисправности. Текст кода ошибки может отличаться в зависимости от изготовителя диагностического прибора. Диагностический разъем должен быть доступен с сиденья водителя. Порядок подключения и передачи данных стандартизирован. Это значит, разводка контактов и протокол передачи одинаковы у всех транспортных средств. Через контакты 2 и 10 данные передаются согласно американскому стандарту SAE, а через контакты 7 и 15 — согласно европейскому стандарту ISO. Контакты 6 и 14 служат для передачи сигнала данных КАН-шины. Контакт 4 — масса транспортного средства. Контакт 5 — масса сигнала. Контакт 16 — плюс аккумулятор на батарее. Все остальные контакты индивидуально используются изготовителями транспортных средств для диагностики других систем, например, кондиционера, АБС, подушек безопасности и так далее. Все функции ОБД запрашиваются через 9 стандартных режимов, начиная с 1-го — считывание фактических значений и кончая 9-м — информация о транспортном средстве. Вид представления не предписывается. В режиме 8 мастерская может запросить код готовности. Чаще всего код готовности представляется в виде двух рядов чисел в 12-значном двоичном коде, в зависимости от диагностического прибора, также в незашифрованном виде.
Один ряд информирует о том, какие влияющие на токсичность детали или системы имеются в данном транспортном средстве. На это указывает единица соответствующей позиции. Второй ряд с помощью единицы отображает, что соответствующая диагностика еще не была проведена. Значения устанавливаются на ноль только после проверки в данной области. Код готовности не информирует о наличии неисправностей. Он позволяет контролировать, имеются ли определенные системы и завершена ли их диагностика. Этот код был введен во избежание манипуляций с испытаниями на токсичность в разных странах. При включении зажигания загорается сигнализатор неисправности ОБД с целью контроля функционирования. Если появляется неисправность, влияющая на токсичность, или распознается ошибка при самотестировании блока управления, то сигнализатор неисправности ОБД начинает гореть непрерывно. При возникновении ошибки, приводящей к отключению цилиндров или повреждению катализатора, сигнализатор ОБД мигает. Если в трех последовательных ездовых циклах неисправность больше не возникает, то сигнализатор ОБД гаснет. Соответствующая запись неисправности сохраняется в течение следующих 40 ездовых циклов. Просим учитывать. Не всегда деталь, отображенная системой ОБД в качестве дефектной, является действительной причиной неисправности. Примеры тому вы найдете в наших брошюрах и бюллетенях Service Information. Дополнительную информацию можно получить у партнера Motor Service в вашем регионе или по указанным веб-адресам.